Итак, просыпайтесь, дорогие друзья. Продолжается прямой эфир программы «Доброй разницы Беларуси». У нас в гостях уже, наконец-таки, фитнес-инструктор. Да, очаровательная Ольга Урбан. Оленька, доброе утро. Чем порадуете сегодня? Доброе утро. Сегодня я покажу упражнения на мышцы живота, косые и прямые. Комплекс состоит из 8 упражнений, повторяемых друг за другом, без остановки. Затем отдыхаем минуту и повторяем еще раз. Нужно повторить этот комплекс 4 раза. Ну что, начнем? Ложимся на коврик. Руки держим за головой, колени согнуты и начинаем скручиваться. Смотрим верхнюю дальнюю точку, лопатки приподнимаем и дышим. Следующее упражнение на косые мышцы живота. Мы скручиваемся в стороны, тоже дышим. Третье упражнение. Руки под ягодицами, ножки прямые, 45 градусов, поднимаем не выше. И важное условие, что прижимаем поясницу к коврику. Это на какой пресс? На нижний, верхний, боковой? Это на нижнюю часть пресса, но все равно работает весь пресс. Следующее упражнение уже и на верхнюю, и на нижнюю часть пресса. Называется складка или книжка. Складываемся полностью. Выдыхаем. Если делать это упражнение легко, мы руки убираем. Затем опять ложимся полностью, тоже на нижнюю часть будет, но уже ноги будем мы поднимать полностью 90 градусов. И тоже выдыхаем на усилие, поясница прижата к коврику. А покажите руками, это мы на какую часть делаем? Вот ручкой, ладошкой покажите. На нижнюю вот, часть пресса. То есть как-то выше поднимать ноги легче, чем вот как-то 45, да? Да, конечно, но мы повторяем все упражнения друг за другом. Это очень будет сложно, поэтому надо немножко менять упражнение. Немножко легче, немножко сложнее. Следующее упражнение будет сложное, но кажется, что его просто делать. Его нужно делать очень медленно, чередуя ноги. Мы полностью выпрямляем, поясница у нас прижата к коврику и чередуем их. Это велосипед называется? Похоже, ну, практически, да. Главное делать это упражнение очень медленно. И последнее, 8-е упражнение, мы делаем в балансе. Держать мы будем 20 секунд. Каждое упражнение мы будем делать 20 раз, это легко запомнить, а последнее 20 секунд. Поднимаем ноги, руки и стоим в балансе. Считаем, пресс хорошо напряжен. И дышим. И будет тогда животик такой вот красивый, ладный, как у Оли? Ребрышки такие красивые, сосчитать. Конечно, такой животик будет. Старайтесь сделать такой комплекс хотя бы через день и правильно питаться. И будет у вас красивая форма. Ха, правильно питаться. Спасибо, Ольге Урбан, нашему фитнес-инструктору.